11 августа в России отметят День строителя. Накануне профессионального праздника виновников торжества поздравил глава Люберец Владимир Ружицкий. Лучшие представители отрасли получили почетные грамоты и благодарственные письма Министерства строительного комплекса Московской области и главы Люберец. В приветственной речи Владимир Ружицкий поделился с застройщиками ближайшими планами по развитию округа. Мы планируем в этом году сдать 360 тысяч квадратных метров жилья. Вот по статистике мне доложили, что за первое полугодие сдано 171 тысяча квадратных метров жилья. Мы планируем в этом году сдать 3 садика, планируем 1 школу. А мы планируем в этом году начать 2 пристройки школы. Это у нас в гарнизоне и в Малаховке. И завершить их в следующем году. И заложим это к концу года, наверное, школу у Марусина. И завершим ее в 2021 году. То есть планов много. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.